Дорогие зрители, на 67-м году ушел из жизни известный художник и артист, которого знала вся страна. Он был невероятным художником, чей взгляд на культовых персонажей имел настоящую человеческую глубину. А его дизайн страницы изменил отношение целого поколения к чтению комиксов. Он родился 1 мая 1956 года в Итаке, окончил школу изобразительных искусств, затем устроился в мастерскую комиксов, которой руководил Джон Бюссема. Большая часть работ была создана в сотрудничестве с писателями, такими как Джеффом Лобом, сценаристом и продюсером сериалов «Тайны Смолвиля». Следите за нашим каналом, друзья. Каждое утро на нашем канале интересные новости. И не забывайте, что мы это все делаем только для вас. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.